Здравствуйте! Сегодня 6 декабря, и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Maxi Forex. Азиатскую сессию в пятницу пара евро-доллар провела, торгуясь в узком боковом диапазоне. Настрой по евро среди участников торговли в последнее время несколько улучшился на фоне позитивной экономической статистики, выходящей в еврозоне. Публикация в пятницу положительных данных по розничным продажам в регионе и сообщение об активных покупках Европейским центральным банком долговых обязательств проблемных стран еврозоны усилили интерес инвесторов к евро. Валюту начали покупать, что позволило ей вырваться из диапазона и начать расти. Восходящий импульс по евро еще более укрепился после выхода официальных данных по количеству новых рабочих мест США, которых оказалось почти в 4 раза меньше ожидаемых, а также уровню безработицы, превысившему предыдущий показатель. Курс евро на этом фоне устремился вверх, достигнув к закрытию торгов максимального уровня 1.3437. На сегодняшних торгах предполагаем после краткосрочного первоначального снижения пары в ценовую зону 1.3346-1.3316 возобновление подъема евро и завершение восходящей коррекции вблизи ценовых уровней 1.3473 и, возможно, 1.3511. Далее предполагаем разворот и снижение курса единой валюты в новом цикле нисходящего движения. После вялой торговли на азиатской сессии в пятницу британская валюта несколько оживилась на фоне возвращения на рынок интереса к рисковым операциям и покупкам высокодоходных валют. Спрос на британский фунт позволил паре фунт-доллар подняться от азиатских минимумов к уровню 1.5681. Выход американской статистики, не оправдавший ожидания рынка, усилили покупки британской валюты, курс которой к концу торгового дня достиг максимального уровня недели на отметке 1.5787. В нашем прогнозе на понедельник ожидаем кратковременную коррекцию фунта к предыдущему подъему, ценовую зону 1.5682-1.5650, а затем возобновление подъема пары ориентировочно к 1.5810-1.5850. Далее предполагаем разворот курса валюты на снижение в новом нисходящем цикле. В экономической статистике понедельника Великобритания представит ноябрьские данные по ценам на жилье, продаваемое на вторичном рынке недвижимости. В США будет опубликован отчет казначейства по валютному рынку. Кроме того, состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.